В 10 утра на вокзале собрались школьники и провожающие родителей. Ребята едут в санаторий «Малаховка» Московской области на 21 день. Санаторно-курортное лечение обеспечило им Федеральное медико-биологическое агентство, в ведомстве которого и находится детский санаторий. Я в Москву еду на 21 день. Я там буду плавать, веселиться. Учиться будешь? Да. Ну, я там буду делать... Учиться, купаться, массаж будут. Поскольку школьники едут в первую очередь именно на лечение, то отбор кандидатов шел по медицинским показаниям. Сначала засомневались, страшно было, то, что все-таки так далеко, и первый раз вроде еще маленькие. Ну, потом подумали, не чужими людьми едут, все-таки всем классом практически. Так что, ну, в общем-то, решились. Всего в санаторий «Малаховка» отправились 19 ребят и двое взрослых сопровождающих. Планируется, что подобные группы на санаторно-курортное лечение будут формироваться и впредь. Татьяна Лисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.